Когда меня не понимают, скажи, Господь, ну как мне быть? Спокойно Бог мне отвечает: любить. Ты должен их любить. А если друг про обещание забыл, то как мне поступить? Коль в сердце злоба закипает, что делать мне? В ответ: любить. Кому-то я доверил тайну, а он не смог ее хранить. Ту тайну многие узнали. И что теперь? Его любить. Скажи, а кто меня не любит? Не хочет кто со мной дружить? Как относиться к таким людям? Любить. Ты должен их любить. Но если кто-то так обидел, что очень тяжело простить, навек его возненавидел, его ты должен полюбить. Я понял все, Господь мой мудрый, хочу тебя я попросить, мне поступить так будет трудно. Ты научи меня любить. Я понял, в чем же я нуждаюсь, недостает ко всем любви. В молитве пред тобой склоняюсь, свою любовь во мне зажги. Своими силами не справлюсь, так тяжело менять себя. Тебе во всем я доверяюсь, ты измени, Господь, меня.